99-летие общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева отметили в Узбекистане. Мероприятие состоялось по инициативе посольства Азербайджана и культурного центра имени Гейдара Алиева в Ташкенте. Также состоялась презентация проекта «Открой Азербайджан». В ходе мероприятия участники ознакомились с жизнью и профессиональной деятельностью общенационального лидера Гейдара Алиева, достижениями Азербайджана, фотографиями, демонстрирующими туристический потенциал страны. Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал гостям об исторических заслугах Гейдара Алиева в укреплении дружественных отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Затем в рамках проекта «Открой Азербайджан» был показан одноименный документальный фильм.